Так, ну все, пора начинать. Доброе утро. Сегодня у нас лекция номер два из курса «Введение в биоинформатику». Меня зовут Алексей Константинович Шайтан. Я являюсь ведущим научным сотрудником кафедры биоинженерии. В этом курсе я прочитаю вам несколько лекций. Лекцию про информацию, вторую, лекцию третью про базы данных. И в следующем семестре будет лекция про молекулярное моделирование и лекция про геномику и геномные базы данных. Первый вопрос: будет ли запись? Да, запись будет. Я думаю, что по этой же ссылке, поскольку YouTube автоматически пишет. Начнем мы с вами сегодня с такой разминки мозга. Перед вами формулировка проблемы Монти Холла. Может быть, кто-то знает. Заключается она в следующем. Представьте себе, что вы попали на некоторое игровое шоу. И есть три закрытых двери. За одной дверью находится приз, машина, а за другой, допустим, коза. И у вас есть возможность выбрать одну из дверей. Вы выбираете одну из дверей, и здесь ведущий делает следующий шаг. Он открывает еще одну дверь, за которой не находится приз. И дальше у вас есть две возможности: либо поменять свой изначальный выбор, либо оставить его таким же. Ну вот как вы думаете, с какой вероятностью вы в большем проценте случаев выиграете приз, если поменяете свой выбор или не поменяете свой выбор? Да, ну вот Анастасия пишет, что нужно поменять выбор. А кто считает, что не нужно поменять выбор? Ну, действительно, выбор 50 на 50. 0,66. Действительно, выбор нужно поменять. В данном случае это легко себе представить, перебрав все три возможных варианта. В двух вариантах из трех за дверью, которую вы выбрали, находилась в данном случае коза. В этом случае вам нужно менять ваш выбор, потому что тогда у вас здесь коза, а здесь ваш приз, в данном случае машина. И лишь в одном случае из трех вы указали изначально на ту дверь, за которой находится приз, тогда вам не нужно менять. Задача, как в фильме 21. Фильм не смотрел такой, но интересно, спасибо. Ну вот оказывается, что с точки зрения теории информации эту задачку тоже можно расписать. И можно даже переформулировать ее следующим образом. Если бы ведущий открыл одну из дверей в самом начале и предложил вам выбрать одну из двух оставшихся дверей, то в этом случае действительно вероятность была у вас 50 на 50. Вот. А если произошла та ситуация, которую мы с вами обсудили, вначале вы выбрали какую-то дверь, потом ведущий открыл какую-то дверь, вот, то ваши шансы при правильном поведении увеличиваются уже до 2/3. А с точки зрения теории информации, значит, что если бы ведущий открыл дверь в самом начале, то вы бы получили 0,58 бита информации. А если произошла ситуация, которую мы с вами обсудили, то в результате вы получаете больше информации. 0,67 бита. Ну вот, я немножко в виде этой задачки проиллюстрировал возможности теории информации. Мы с вами будем более детально обсуждать в нашей лекции, собственно, природу информации, как информацию учитывать, как ее передавать, хранить и так далее.
Начнем такую основную часть нашей лекции. Давайте обсудим с вами понятие природы информации. Если заглянуть в толковый словарь русского языка, там будет написано, что информация – это сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством. Ну, это такое вот интуитивное, можно сказать, восприятие информации. Академик Моисеев считал, что универсального определения информации не только нет, но и быть не может из-за широты этого понятия. А основатель различных математических и вычислительных дисциплин Норберт Винер говорил следующим образом. Информация – это не информация, это не материя или энергия. То есть информация – это такое же базовое понятие, как материя или энергия. Философы сказали, что это метафизическое понятие. Да, это то понятие, которое у нас с вами есть в этом мире. И дальше мы от этих понятий отталкиваемся. Да? Вся физика построена у нас на том, что у нас есть материя, есть материальные точки, материальные тела, и не вдается в вопросы того, существуют они или нет. В нашем мире уже у нас есть и другое интуитивное понятие информации. Каждый раз, когда мы покупаем телефон или плеер, нам уже требуется произвести наш выбор в пользу устройств, которые могут хранить ту или иную объем информации. То есть такие понятия, как байты, гигабайты, мегабайты, они плотно вошли в нашу жизнь. Мы с вами попробуем разобраться, откуда они получаются и как квантифицировать информацию. Ну, прежде, поскольку у нас курс биоинформатики, мне хочется подчеркнуть весьма интересные аналогии между живыми системами и цифровыми технологиями. Наверное, кто-то из вас еще помнит, что некоторое время назад в ходу были в нашем, скажем так, бытовом окружении так называемые аналоговые технологии. Видео записывалось на видеокассеты, звук на грампластинки или на вот такие вот аудиокассеты. И в какой-то момент в нашу жизнь активно вошли цифровые технологии, где информация она кодируется уже дискретной последовательностью сигналов. Не плавным изменением, допустим, намагниченности на аудиокассете, или неплавным изменением высоты поверхности дорожки на грампластинке, да, уже непосредственно в виде набора дискретных сигналов. Ну вот, какие преимущества вообще у цифровых технологий перед аналоговыми технологиями? Этих преимуществ несколько, и они весьма важны. Первое преимущество – заключается в том, что информация, закодированная в цифровом виде, она может храниться достаточно долго без потери. Все, наверное, помнят там старые фотографии, да, старые фотографии, они потихоньку выцветают. А фотографии, записанные в цифровом виде, они могут храниться весьма долго, если мы их будем периодически перезаписывать, то бесконечно долго. Значит, второй отличительной особенностью цифровых технологий является возможность, универсальность кодирования. Мы можем в виде цифрового кода представить и звуковую информацию, и графическую информацию, и видеоинформацию. И, собственно, вот эти вот цифровые технологии на основании того, что ими можно универсально кодировать различные типы информации, вкупе с тем, что мы научились достаточно легко передавать с помощью сети эту информацию, она привела к такому буму цифровых технологий, интернета и так далее за последние 20-30 лет
особенно за последние 20 лет. Вот. Но интересно отметить, что природные системы в ходе эволюции, на самой заре эволюции, они тоже сделали выбор в пользу дискретного цифрового хранения генетической информации. По сути, ДНК – это тот же дискретный цифровой код, где вместо единичек и нулей у нас идут различные основания – аденин, тимин, гуанин, цитозин. Объемы информации, которые хранят живые системы в таком двоичном виде, представлены на данном слайде. К примеру, геном человека 3 миллиарда нуклеотидов. Вот здесь представлена картинка. Я не знаю, вот так, наверное, будет мою мышку видно. И здесь представлена картинка, когда презентовали первый черновик генома человека, 262 тысячи страниц. Вот здесь вот напечатано. Много или это мало? Это казалось тогда много, однако сейчас, если мы переведем это в цифровой вид, это всего лишь 3 гигабайта. 3 гигабайта – это уже емкость, которая есть у каждого практически в телефоне. Если вести речь о геноме кишечной палочки, то это всего 4,6 миллиона нуклеотидов, где-то 4,6 мегабайта. Подумайте, насколько вперед продвинулись наши технологии, наши умения работать с информацией, что уже такие объемы, как 3 гигабайта, 3 миллиарда нуклеотидов, не кажутся чем-то неподъемным. Каким образом обычно кодируется информация в цифровых технологиях в виде двоичного кода? Возможно, это просто будет повторение того, что все вы проходили на информатике. Если мы хотим закодировать какое-то число десятичное в виде двоичного кода, то мы используем вот такую строку из единиц и нулей. Обычно принято разбивать отдельные биты, вот отдельные единички и нули, на группы из 8 битов, что равняется байтам. Вот. И важно, что вот этот вот код, он, ну, такой же, как и десятичный, только используется в каждой позиции либо 0, либо 1. Этот код, так же как и тот код десятичный, который мы используем для записи чисел, он является позиционным. То есть от позиции конкретной цифры в строке зависит значение. Значит, если у нас с самого правого края стоит 0,1, то это значит 0,1. Если у нас циферка стоит во втором положении, то это уже идет степень двойки. Да, это если 0, то мы ничего не добавляем. Если единичка, то мы добавляем двойку. В следующей позиции у нас уже идут, значит, если здесь стоит единичка, то это добавляет 2 в квадрате, 4, ну и так далее. Но это просто, наверное, повторение того, что вы проходили на информатике. Запомним только, что вот этот код называется позиционный. А кто знает примеры непозиционных кодов? Есть такие системы счисления, где используется непозиционное кодирование. Подождем 10 секунд, заодно посмотрим, какой у нас лаг в лекции. Так, ну пока идей нет, у вас римские цифры. Да? Римские цифры – это непозиционный код. Там мы должны складывать и отнимать различные символы в различных позициях. Значит, вот как раз позиционный код, он активно используется в системах числений, и код ДНК, он тоже получается позиционный. На заре там, в 50-е годы, когда ученые думали о том, как же устроен генетический код, были разные предложения. Кто-то считал,
что он именно позиционный, то есть важна последовательность нуклеотидов в кадоне. Кто-то предлагал идеи, где важна не последовательность, а именно состав нуклеотидов в кадоне. Узелковый счет. Ну, узелковый счет, да, тоже не позиционный. Ну, здесь представлено соответствие неких цифр некоторым системам счисления и перевод различных цифр. Да, вот здесь у нас десятичная система счисления. В компьютерных технологиях активно используются не только двоичная, но и восьмеричная и шестнадцатеричная, потому что удобно переводить из двоичной системы, допустим, восьмеричную или шестнадцатеричную, потому что количество позиций, да, которые, допустим, описываются шестнадцатеричной системой, относительно двоичной, это сразу 4 позиции. Соответственно, если у нас, допустим, есть число в двоичной системе, которое состоит из 8 бит, то мы всегда знаем, что в шестнадцатеричной это будет 2, 2 позиции. Нужно просто разделить число в двоичной системе на 4 символа слева, 4 справа, и каждый из них перевести в шестнадцатеричную. Но опять же, это скорее напоминание вам из курса информатики школьного. Опять же, вернемся к возможностям кодирования информации в ДНК. Здесь уже немного такое футуристическое представлена идея. Вот здесь представлена книжка Regenesis, генетика Джорджа Чорча, которая была закодирована в виде как раз нуклеотидов в молекуле ДНК. А потом эта молекула ДНК, она была размножена в бактериях, и таким образом количество копий этой книжки приблизилась к 70 миллиардам. Конечно, шуточно, но можно назвать эту книгу наиболее, получается, ну, если не публикуемой, то присутствующую в наибольшем количестве копий. А если сравнить возможности ДНК по кодированию информации, то это вот порядка 1 петабайта на кубический миллиметр. А если мы посмотрим на возможности современных технологий электроники, допустим, там CD-диск, DVD, Blu-ray, флеш-память, хард-диск, да, мы видим, что, конечно, плотность записи информации в биологических системах, она пока что непревзойденно выше. То есть, если мы с вами говорили о том, что в плане объема хранения информации, конечно, наши современные технологии, они уже биологические технологии превосходят, то в плане плотности записи пока биологические системы остаются недостижимыми. Так, значит, вопросы. Почему без разницы писать можно? Но Владислав Трушин спрашивает, что римские цифры, но действительно там позиции значат, но вот сам по себе термин позиционный код к римским цифрам он не применяется, а потому что в позиционном коде у вас есть сразу набор позиций, и в какой бы позиции вы ни поставили какую-то цифру, она будет иметь определенное значение. Вот, а в данном случае в римских цифрах важно только относительно лево-право. Так, ну вот я вижу, что есть, конечно, запаздывание. Да, я несколько минут назад задал вопрос. Окей, попробуем в следующий раз чуть подольше ждать. Давайте обсудим с вами единицы измерения информации стандартные. Есть два типа приставок. Да, есть приставки системы C. Вот оно называется, допустим, кило. Вы знаете, там вольт, киловольт. Значит, если кило, то это 10 в третьей тысяча.
мега 10 в 6, гига 10 в 9, тетра 10 в 12. Ну вот есть соответствующие обозначения. Кило, мега, гига, тера, пета, экза, зета, йота. Вот стандартные приставки C, с помощью которых мы можем делать производные величины от байта. Надо сделать такое уточнение, что вот приставки C, они все являются множителями 10 в какой-то степени. Вот. А есть еще приставки, которые используются в информационных технологиях, там, допустим, кибибайт, мибибайт, там идут степени двойки. То есть, допустим, 10, 2 в 10, это 10 в 24. Вот. Но сейчас в ходу в основном вот такие вот, да, приставки системы C у нас. Так, ну, теперь вернемся к вопросу, как же получились такие интересные дробные числа на наших первых слайдах, когда я вам говорил о том, что количество информации, которую, значит, вы получаете в ходе вот этой вот игры, проблемы Монти Холла, оно получается дробное. Вот смотрите, если у нас здесь есть три вариации. У нас приз может быть в первой, второй или третьей позиции. Сколько нужно информации, чтобы закодировать положение машины? Вот оказывается, что количество этой информации, если его выражать в битах, оно будет дробным. Давайте попробуем разобраться, почему. Для того, чтобы разобраться, почему, нам нужно с вами изучить или хотя бы ввести основы теории информации. Вот здесь представлен интересный человек, которого зовут Клод Шеннон, который является, по всеобщему мнению, отцом теории информации. Я выбрал такую любопытную картинку с биологическим уклоном, где Клод Шеннон играет с, ну не играет, а производит испытания электромеханической мыши. Вот тоже великие математики были не чужды биологических интересов. Вот. Значит, что же предложил Клод Шеннон? В 1948 году он сформулировал одно из главных понятий теории информации, что вообще в принципе дало толчок развитию самой этой области теории информации. Вот он ввел так называемую меру информации. Данная формула представлена здесь по центру слайда, мы ее в дальнейшем обсудим. Но вот с 1648 года появилась как бы еще одна базовая единица измерения. В физике мы знаем, есть базовая единица, это килограмм, метр, секунда. Появилась как раз еще одна величина, бит. Ну вот по утверждению, допустим, журнала Science, считается, что без теории информации Клода Шеннона не было бы интернета. А, извиняюсь, это по мнению газеты Guardian. А вот, значит, он работал в Bell Laboratories, и вот первая публикация. Значит, из чего исходил Клод Шеннон? Основная его идея состояла в том, что надо как-то связать меру информации с изменением утраченной неопределенности. Если мы с вами вернемся к первым слайдам, да, где игроку в игре надо было выбрать, за какой дверью находится приз, то изначально у него есть некая неопределенность с вероятностью 1/3
он находится за одной дверью, с вероятностью 1 третью за другой и так далее. Вот, а по мере того, как игрок получает какие-то данные, мера неопределенности, мера его неуверенности в том, что приз находится за одной из дверей, она падает. Вот это базовая идея, от которой отталкивался Шеннон. Но кроме того, кроме этой идеи, нужно было сформулировать ее в виде некого математического равенства, в виде математической функции. И он задал три разумных критерия, которым должна соответствовать эта функция. А именно, мера должна быть непрерывной, то есть изменение значения величины вероятности на малую величину должно вызывать малое результирующее изменение вот этой вот функции. Второе. В случае, когда все варианты равновероятны, увеличение количества вариантов должно увеличивать значение функции. И третье, что должна быть возможность сделать выбор в два шага, в которых значение функции конечного результата должно являться суммой функций промежуточных результатов. То есть, если вы получили какие-то данные, да, потом еще какие-то данные, вот в результате у вас функция должна иметь возможность линейно суммировать то количество информации, которую вы получаете. Ну вот в результате им была выведена, значит, следующая формула. Сейчас мы ее чуть попозже обсудим на примере. Но в первую очередь какие-то примеры того, как же эта формула реализуется на практике. Ну вот, например, есть книга Толстого «Война и мир». Если ее скачать в виде TXT файла, она будет 1,5 мегабайта. А если ее заархивировать в виде zip файла, уже будет всего 602 килобайта. Что это значит? Это значит, что на самом деле вот истинной информации, которая содержалась в тексте, она совсем не равна тому количеству информации, если мы будем выделять на один символ один бит, то есть если мы будем один байт, то есть если мы будем рассматривать символы как полностью независимые. Вот. Буквы в тексте, они независимы, одни встречаются чаще в каких-то контекстах, другие реже. Да, за какими-то гласными чаще следуют какие-то согласные. Ну, вот оказывается, что с помощью этой же формулы Шеннона можно учесть, какое же реальное информационное содержание и получить оценку того, насколько мы можем с вами сжать, к примеру, тот или иной текст. Анастасия спрашивает, почему в два шага? Ну, в данном случае речь идет о таком свойстве аддитивности. Если вы можете сделать это в два шага, то вы можете следующий шаг разбить еще на два шага, и у вас будет в три шага, да, и в четыре шага. Тут речь идет именно об аддитивности, да, то есть если два шага, то и любое другое количество шагов будет возможно. Ну вот один из примеров. Как можно закодировать, например, какой-то текст, в котором встречаются повторяющиеся буквы? Один из подходов называется кодирование длин серий. Здесь приведена некоторая строка. Сначала у нас идет 12 символов W, один символ B и так далее. Вот, пожалуйста, такую длинную строку можно записать в более коротком виде. Вот один из примеров. Каким образом можно сжать текст? Понятно, что современные алгоритмы сжатия, они работают более сложным образом, ну, просто как один из примеров. Теперь вернемся к нашей формуле Шеннона, которую он назвал, с одной стороны, мерой информации, с другой стороны, он эту величину назвал информационная энтропия. Формула следующая. Как ее применить к нашей задаче?
У нас есть в данном случае три варианта, каждый с вероятностью 1/3. Общее количество информации, которое нам нужно знать, чтобы определить, где же у нас находится приз, по этой формуле считается следующим образом. Надо взять сумму по всем возможным вариантам. В данном случае у нас три этих варианта, поэтому у нас здесь три слагаемых. Для каждого из этого варианта надо со знаком минус взять произведение вероятности этого варианта. В данном случае у нас вероятность 1/3 на логарифм по основанию 2 этой же вероятности 1/3. Поскольку у нас здесь все варианты равновероятны, то у нас получается вот эта вот 1/3, она уходит, и мы получаем, что общее количество информации, которое нужно для того, чтобы закодировать, где у нас находится приз, выражается следующей формулой минус логарифм по основанию 2 от 1/3. Ну вот, если вы это посчитаете, то и получится, что это где-то вот 1,58 бита. Почему здесь возникло слово энтропия? Ну, потому что Клод Шеннон, он вдохновлялся идеями Людвига Больцмана, известного физика, основателя области статистической физики, в частности. Вот. А Людвиг Больцман, он работал над очень такой сложной по тем временам задачей. Он пытался связать законы термодинамики со законами кинетической теории, то есть законами, по которым движутся атомы в газе. Достаточно сложная концептуальная проблема. Поговаривают, что Больцман даже впал в депрессию и покончил жизнь самоубийством именно из-за того, что не удавалось ему, с одной стороны, сформулировать вот эту связь, с другой стороны, его ученые коллеги его не понимали. Ну вот, просто запомните, что информационная и физическая энтропия имеют глубинную связь, и недаром там в формуле энтропии Шеннона информационная энтропия обозначена буквой H. Это потому, что Людвиг Больцман ввел вот эту H величину как некую меру энтропии для системы идеального газа. Вот видите, здесь похожая такая формула, да, интеграл вероятность на логарифм вероятности. Так, спрашивает, почему логарифм по основанию 2? Ну вот, не обязательно, в принципе, по основанию 2. Если взять по основанию 2, то величина будет называться бит. А если, допустим, взять логарифм по основанию e, да, то величина будет называться нат. Ну, в ходу величина бит, поскольку все-таки двойка это самое маленькое, да, число целое после единицы. Поэтому тогда мера информации, она получается как бы для больших случаев целочисленная. Если бы мы взяли тут, условно говоря, у нас было бы, допустим, 4 двери, мы получили 2 бита. А если бы мы взяли логарифм по основанию e, то мы получили бы тоже какое-то дробное, не очень удобное число. Вот. Ну, здесь есть у меня некие, я уже говорил про аналогии между живыми системами и цифровыми технологиями. Весьма интересен тот факт, что живые системы, они тоже основаны на дискретном коде. Только у нас не двоичный, а четверичный. Очевидное преимущество цифрового хранения и копирования — это низкий уровень ошибок в
ходе репликации ДНК возможность, соответственно, передачи информации между живыми организмами там, в виде плазмид без особых потерь. Хотя, конечно, надо иметь в виду, что вся эволюция, она построена как раз на том, что информация передается в живых системах из поколения в поколение с некоторыми ошибками. Однако этот уровень ошибок, он должен быть достаточно небольшим, чтобы системы при этом оставались, как выражается на английском, достаточно robustные, да, достаточно устойчивые к копированию информации. Немножко с вами поговорим про информацию в молекуле ДНК. Каким образом ее вообще удалось прочитать? Первые работы по, скажем так, определению первичной последовательности ДНК, они относятся к концу, скажем так, сначала РНК, это конец 60-х годов, потом ДНК, начало 70-х годов, ну вот уже к концу 70-х годов были достаточно методы развитые по секвенированию ДНК, в частности метод Сенгера. В чем идея? Идея заключается в том, что мы в ходе реакции ПЦР, да, в ходе реакции, когда мы по одной цепи ДНК достраиваем ДНК-зависимый ДНК-полимеразой еще комплементарную цепь, мы специально добавляем химически модифицированный нуклеотид трифосфаты. В методе Сенгера это дидизокси нуклеотид трифосфаты, вот, которые, встраиваясь, не обладают дополнительной группой, за которую можно дальше достраивать молекулу ДНК. Поэтому вы получаете молекулу ДНК случайным образом, в каком-то проценте случаев, оборванную, допустим, на всех аденинах или на всех цитозинах. Вот в усовершенствованном методе Сенгера, чтобы это можно было делать все в одной пробирке, научились делать вот эти вот DDNTPs, D-дезоксинуклеотид трифосфаты с пришитыми к ним флуоресцентными красками. Таким образом, запустив такую реакцию в пробирке с каким-то процентом вот этих вот покрашенных D-дезоксинуклеотид трифосфатов, можно потом разогнать эту ДНК на геле методом гель-электрофореза, и вы получите, посветив соответствующим лазером, прям вот такую цветную картинку, по которой можно считать секвенс. Картинка называется хроматограмма. После метода Сенгера, о чем мы с вами будем говорить в других лекциях, произошло развитие методов секвенирования ДНК, методы секвенирования так называемого нового поколения, второго поколения, сейчас третьего поколения, и стоимость чтения ДНК, она за последние там, 10-15 лет упала драматическим образом. Если в начале 2001 года, чтобы секвенировать геном человека, надо было затратить 100 миллионов долларов, а проект «Геном человека» в принципе стоил несколько миллиардов долларов, то вот сейчас для того, чтобы секвенировать геном человека, достаточно иметь в кармане разумную сумму, там около 1000 долларов. То есть мы видим с вами, во-первых, этот график в такой логарифмической шкале построен. В логарифмической шкале прямая у нас соответствует экспоненциальному, если она с отрицательным наклоном, экспоненциальному падению стоимости. А если у нас с вами график в логарифмической шкале быстрее, чем падает, чем прямая, то это значит сверхэкспоненциальное
падение стоимости. Вот все цифровые технологии, которым мы обязаны нашим сегодняшним цифровым, скажем так, существованием, цифровой экономике, они выросли благодаря закону Мура. Гордон Мур еще в 70-х годах или даже раньше подметил, что электронные технологии, да, совершенствуются настолько быстро, что каждые 12-13 месяцев удваивается количество элементов, транзисторов на микросхемах. Вот и благодаря тому, что удается и до сих пор поддерживать вот такой экспоненциальный рост этих технологий, то есть каждые 12-13 месяцев у вас выходят новые процессоры с еще большим количеством транзисторов, мы имеем с вами такой бурный рост, бум цифровых технологий. Вот. А в части технологий секвенирования ДНК оказывается, что этот рост, точнее удешевление, оно было даже сверхэкспоненциальным. И, естественно, это вызвало за последние 20 лет большой бум в области биоинформатики. И экономический, и научный. С другой стороны, есть технологии синтеза ДНК, химического синтеза ДНК. И технологии химического синтеза ДНК, ну, здесь некая схема представлена, да, химического синтеза, где мы последовательно добавляем с помощью химических реакций отдельные нуклеотиды. Технологии химического синтеза, они тоже дешевеют не так быстро. Ну, здесь представлен график. Вот здесь опять же синяя кривая – это то, как падает цена секвенирования ДНК, а красная и желтая – то, как падает цена синтеза ДНК. Значит, красная кривая – это для синтеза коротких олигонуклеотидов, а желтая кривая – для синтеза генов. Тоже здесь у нас экспоненциальная логарифмическая шкала тоже наблюдается, хотя и не такой быстрый, но прогресс в уменьшении цены. Ну вот в этом плане можно задуматься, да, что у нас произошло с цифровыми технологиями. Если в 1950-х годах программирование компьютеров, оно сводилось вот к пробиванию дырочек на перфокартах. Здесь программисты 1950-х годов. А на третьем, скажем так, на рубеже третьего десятилетия 21 века уже у нас программист выглядит совершенно по-другому. Он уже использует достаточно сложные методы разработки, которые позволяют ему, основываясь на уже наработанных кусках программного кода за десятилетия эволюции различных программных технологий, манипулируя этими кусками программного кода, писать достаточно сложные программы. По мере того, как технологии синтеза, чтения ДНК дешевеют, и дешевеют они экспоненциально, можно ожидать, что у нас произойдет и какая-то революция или эволюция, или, как обычно, переход количества в качество, в плане того, каким образом работают биологи над созданием новых или модифицированных живых систем. Первые такие работы в этом направлении, которые изменяют наше концептуальное отношение к живым системам с точки зрения живых систем как информационных систем, как систем, которые управляются информационным кодом, который находится в ДНК, можно отнести работы Крейга Вентера. Крейг Вентер – один из пионеров секвенирования человеческого генома. После того, как проект секвенирования человеческого генома был завершен, как раз обратил свои взоры
уже не к чтению молекул ДНК, а к записи молекулы ДНК. В 2010 году был проведен достаточно интересный технический, с технической точки зрения эксперимент или проект, когда был уже с нуля химическим синтезом синтезирован геном живого организма. Этот геном он сначала был прочитан. Речь идет о геноме одной из видов маленькой бактерии микоплазма, а потом полностью искусственно синтезирован. Ну, для того, чтобы сделать этот проект более наглядным, сделано было следующее. Был взят один вид бактерии микоплазмы, из него был удален генетический материал, и в нее был засунут генетический материал другого вида бактерии микоплазмы, который был полностью искусственно синтезирован. И после того, как этот геном уже используется такая терминология компьютерная, да, загрузился, вот так же, как программное обеспечение загружается в hardware, в железо, также вот генетический код загрузился в клетке, фенотипически данные клетки стали обладать характеристиками не того вида, которым они соответствовали изначально, а тому виду, чей геном туда был загружен. Дальше эти работы продолжались. Вот в 2016 году была сделана бактерия тоже на базе микоплазмы, называется Син 3.0 или Синти ее иногда называют, с минимальным геномом. Начали убирать лишние гены. Вот в бактерии Синти 473 гена всего осталось. Ну, едем дальше. Немножко мы с вами теперь попробуем обсудить соотношение размаха более сложных живых систем и по отношению к техническим системам информационным, которые у нас на данный момент создало человечество. Здесь схема интернета. Интернет это где-то 23 миллиарда устройств, подключенных к интернету. В то же время человеческий мозг это около 100 миллиардов нейронов, и каждый нейрон имеет около 7000 синаптических связей. То есть, как видите, конечно, человеческий мозг по сложности своего устройства пока превосходит технические системы, но однако уже в некоторых областях, как мы с вами знаем, информационные системы, там нейросети, созданные в компьютере, они в отдельных областях работают лучше, чем человеческий мозг. Тоже небольшая иллюстрация соотношения сложности современных информационных, технических систем, да, с биологическими системами. Вот процессор Intel Xeon имеет где-то 8 миллиардов транзисторов. Вспомним с вами, что просто клетка, кишечная палочка, вот если все белки пересчитать, не гены, а белки, это всего лишь 5 миллионов белков. То есть, в принципе, по сложности мы уже приблизились к живым системам. По какому параметру мы не приблизились, это по миниатюризации. Да, все-таки процессор, он достаточно большой, а кишечная палочка это всего 1-2 микрометра. То есть есть куда еще стремиться. Так, теперь давайте перейдем с вами к следующему разделу нашей лекции. Поговорим не про природу информации, а про передачу информации. Область передачи информации весьма важная, особенно в историческом контексте, в контексте в том числе и безопасности. Там есть свои теоретические аспекты, физические аспекты, вопросы сжатия данных,
надежности передачи, шифрования и защиты, в том числе и в медицине, и в биологии. Есть две картинки времен Второй мировой войны. Кто знает, что здесь изображено? Подожду 20 секунд. Ну, вот пишут Нигма. Не совсем Нигма, а Энигма. Да, Энигма – это шифровальная машина, которую использовали немцы в период Второй мировой войны для шифрования, соответственно, своих сообщений. Поскольку защищенных каналов связи не было, по большей части все передавалось по открытым радиоволнам, актуально была задача именно зашифровать сообщение. Вот. А кто-то пишет, не машина Тьюринга, вот это вот, значит, слева это машина по шифрованию, Enigma, а справа это так называемая криптографическая бомба, как раз такая электромеханический специализированный компьютер, который использовали для, в данном случае, англичане, американцы, для дешифровки этих сообщений путем, в том числе, перебора различных комбинаций. Вот уже видите, что вопрос шифрования и передачи информации, он имел очень важное значение вообще издревле, ну, как пример, во время Второй мировой войны. Сейчас, естественно, у нас информация по большей части передается в цифровом виде. И для передачи в цифровом виде нам нужно с вами обсудить некоторые теоретические аспекты, некоторые теоремы, которые объясняют, как можно и с какими параметрами аналоговый сигнал конвертировать в цифровой сигнал. Вот здесь следующее, значит, вот мне хочется, чтобы у вас осталось в памяти из теоретических аспектов. Первое – это формула информационной энтропии Клода Шеннона. А вот второй момент – это теорема Котельникова или теорема Котельникова-Найквиста-Шеннона, которая как раз закладывают теорию того, каким образом можно аналоговый сигнал закодировать в виде последовательности чисел, в виде последовательности цифрового сигнала. Теорема Котельникова названа вот в честь Владимира Александровича Котельникова, нашего отечественного ученого, гласит следующее, что любую функцию f от t, где вот f от t – это у нас как раз некий аналоговый сигнал, который состоит из частот от 0 до f, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом, через 1 разделить на 2 f секунд. То есть, если мы с вами можем наш цифровой сигнал ограничить по частоте, мы с вами на следующем слайде поговорим про то, как это математически формулируется через ряды Фурье. Но есть и такая интересная биологическая формулировка. Все мы с вами знаем, что звук, который мы производим в ходе говорения, пения, или тот звук, который мы воспринимаем ушами, он, естественно, состоит из набора различных частот. Ну вот человеческое ухо представлено здесь. Там оно достаточно сложно устроено. У него есть вот улитка. И вот улитка, она может воспринимать различные компоненты звуковой волны на различных частотах. И есть пределы, в которых человеческое ухо работает. От 20 Гц до 20 кГц. Все, что выше 20 кГц, очень высокий звук,
мы уже не слышим, некоторые животные слышат. Вот интересная задача, которая встала перед создателями компакт-диска, который записывает музыку в цифровом формате. А с какой же частотой нужно там, в какое количество чисел нужно уместить на этом CD-диске, чтобы мы могли записать звук в хорошем качестве? Ответ на этот вопрос дает как раз теорема Котельникова. Если мы хотим покрыть весь набор звуковых частот, который слышит человеческое ухо, а именно до 20 кГц, то нам нужно записывать числа с частотой 1 на 2, то есть не реже, чем 40 кГц. В данном случае на CD-диске частота так называемой дискретизации звука соответствует 44,1 кГц, то есть с запасом. Ну вот, по крайней мере, можно понять, откуда берется эта величина, почему нужно 44 тысячи раз в секунду считывать числа с поверхности компакт-диска. Если формулировать это математически, то не знаю, был ли у вас уже в курсе математического анализа введения в ряды Фурье, любую функцию мы можем разложить в виде суммы синусов и косинусов с различной частотой. Вот так, чтобы сумма этих синусов и косинусов с различными коэффициентами дала нам исходную функцию. Если мы с вами этот ряд обрываем на синусах и косинусах определенной частоты, то фактически мы улавливаем только ту часть сигнала, которая находится вот в определенном диапазоне частот. Используя разложение функции в ряды Фурье, можно как раз и доказать теорему Котельникова-Шеннона. Так, значит, это была вторая теорема, которую вам нужно запомнить. Дальше есть третья важная теорема и соотношение. Опять тут вот упоминается Шеннон, Клод Шеннон. Она называется теорема Шеннона-Хартли. Теорема Шеннона-Хартли, она уже относится не к кодированию информации, а к передаче информации. Так или иначе, передача информации в современном мире у нас осуществляется в виде некоторых физических сигналов, которые в основном представляют из себя либо радиоволны, да, либо в оптоволокне, это у нас свет, инфракрасный свет. У этих сигналов есть определенная физическая частота. Если это радиоволна, у нее есть определенная там частота. Если мы настраиваемся с вами на какую-то радиостанцию, 101 FM, то есть 101 мегагерц. Это количество 100 мегагерц, значит 100 миллиардов раз в секунду вот эта вот волна, радиоволна, она колеблется в силу физических законов. Если у нас есть с вами лазерное излучение, то свет у нас обладает уже более, естественно, короткой длиной волны и большей частотой. Но вот оказывается, что количество информации, которую можно передать с помощью различных физических носителей, оно как раз зависит, с одной стороны, от несущей частоты, с другой стороны, от соотношения сигнал-шум, то есть насколько мы с вами хорошо можем экранировать наш физический носитель от различных помех. Вот. А с другой стороны, от того, насколько мы можем вот этому носителю разрешать отклоняться по несущей частоте. Ключевой для
Теоремой, которая связывает эти величины, является теорема Шеннона-Хартли. Она приведена на формула, приведена вот здесь. Значит, пропускная способность канала в битах в секунду, она у нас равна некий коэффициент B, который соответствует полосе пропускания канала в герцах, чуть попозже поговорим, умножить о нем, умножить на логарифм второй степени от единицы плюс s на n, где s на n – это как раз отношение полной мощности сигнала к полной шумовой мощностью над полосой пропускания. То есть s на n – это отношение мощности сигнала к шуму. Ну вот отношение мощности сигнала к шуму мы с вами подробно обсуждать не будем, просто на интуитивном уровне оставим. Да? У вас есть какая-то мощность вашего передатчика, а есть некие помехи. Понятно, что если помехи сильные, то вам сложно передать много информации. Если помех вообще нет, то есть у нас с вами n стремится к нулю, то в принципе можно передать, тут у нас к бесконечности будет стремиться, любое количество информации. Однако в реальности так не получается. Обычно всегда у нас есть какие-то шумы. То есть важным является, вот, кроме соотношения сигнал-шум, еще параметр – это пропускная способность канала, полоса пропускания. Что такое полоса пропускания? Полоса пропускания – это, получается, тот зазор частот, в котором у нас может сигнал гулять. И, естественно, эта полоса пропускания, она будет больше для тех физических носителей, которые работают на большей частоте. Допустим, если мы с вами используем волоконно-оптический кабель, который использует инфракрасный свет, то частота этого света в волоконно-оптическом кабеле это там 100 терагерц. Мы можем себе позволить, чтобы этот сигнал у нас погулял в районе 100 терагерц, да, допустим, там 101 терагерц и 199 терагерц. И у нас полоса пропускания уже будет, к примеру, да, целые там 2 терагерца. Это значит, что при одинаковых соотношениях мощности сигнала к шуму мы можем, согласно вот этой вот теореме, B здесь поставить достаточно большим, да, в области терагерц. А если у нас с вами в качестве передачи используются радиоволны какой-то низкой частоты, пусть это будет там FM-радио, то здесь мы не можем уйти за пределы, к примеру, там, долей мегагерца. Соответственно, количество информации получается небольшое, которое мы можем передать при аналогичных соотношениях сигнал-шум. Ну, есть такой крайний совсем пример. Есть такие антенны крайне низкой частоты. Здесь есть ссылочка, можете посмотреть. Антенны крайне низкой частоты используются для связи с подводными лодками. Размер этих антенн поистине гигантский. Вот здесь карта. Смотрите, здесь город Мурманск, здесь еще какой-то город. Вот, а это вот такой размер антенны, по-видимому, десятки километров. Большая антенна для того, чтобы генерировать волны очень большой длины, то есть низкой частоты. В чем преимущество? Преимущество в том, что настолько большие радиоволны огибают Землю и проникают во все точки земного шара. Минус состоит в том, что длина волны большая, частота очень маленькая, пропускная способность канала очень маленькая. То есть можно передать очень ограниченное количество информации очень медленно. Допустим, там началась война ядерная, не началась. Ну, к примеру, да. Или какие-то координаты. А вот. Поскольку мы с вами на предыдущей табличке увидели, что оптоволокно, где у нас используется свет, инфракрасные лучи, обладает высокой несущей частотой, там полоса частот большая и, значит, пропускная способность большая, то, естественно, основные каналы связи, которые существуют в мире, они сделаны
на основе в основном оптоволоконных кабелей. И эти оптоволоконные кабели приходится прокладывать прямо по дну океана. Здесь вот карта. Идут длинные корабли, разматывают это оптоволокно, кладут на дно океана и пересекают. Ну, Атлантический океан уж точно многократно пересекают. Насчет Тихого океана не знаю, по-видимому, там есть каналы США и Азия. Вот. Но здесь вот характерная карта подводных кабелей. Смотрите, насколько их действительно много уложено уже по морскому дну. Так, это что касательно передачи информации. Мы еще немножко к этому чуть попозже вернемся, когда будем обсуждать хранение информации о соотношении, о возможностях каналов связи. Еще один момент, который стоит обсудить, это современный подход к шифрованию информации. Мы с вами на первом слайде видели машину Enigma. Вот. Методы шифрования информации действительно ушли сильно вперед. И, на мой взгляд, одно из важных практических элементов теории шифрования информации, которая вообще обеспечивает сейчас функционирование различных каналов связи внутри сети интернет, да, который является открытой сетью, поэтому шифровать информацию там является очень актуальным. Да, если у вас есть, допустим, вы подключаетесь по Wi-Fi, то это вообще канал полностью открытый. Каждый, кто угодно, может открыть свой компьютер и начать смотреть, что же за информация идет по радиоканалу Wi-Fi. Значит, актуальным очень является шифрование информации. Вот. Но актуальным еще является возможность не просто зашифровать информацию таким образом, что у кого-то есть ключ, который зашифровывает, и у кого-то есть ключ, которым он расшифровывает, да, тот же самый. Возникнет проблема, связанная с тем, что этот ключ надо как-то передать. А если этот ключ как-то передавать, то его можно там перехватить и так далее. Поэтому, конечно же, сейчас существует целая иерархия вот ключей. В интернете есть специальные системы, так называемые, да, которые верифицируют различные ключи шифрования. Но это только одна сторона дела. Вторая сторона дела заключается в том, что разработаны были так называемые алгоритмы асимметричного криптошифрования. Они заключаются в том, что у вас есть два ключа. Один ключ, в данном случае, ну, ключ это какая-то цифробуквенная строка, к примеру, да, которая может использоваться одним алгоритмом, чтобы зашифровать какой-то, допустим, файл. А есть другой ключ, который с этим ключом связан, но он не является тем же самым ключом. Используются такие термины публичный ключ и частный ключ, public ключ and private. Да, и вот эта пара ключей может использоваться следующим образом. Одним ключом можно информацию зашифровать, а другим ключом можно информацию расшифровать. При этом, имея частный ключ, практически невозможно получить публичный ключ. И наоборот, имея публичный ключ, практически невозможно получить частный ключ. Несмотря на то, что они связаны, вычислительная задача по получению одного ключа из другого, она современными компьютерами практически неразрешима. Вот, иногда это называют там, необратимой хэш-функцией. И таким образом, допустим, если у вас есть пара ключей, да, вот, я не знаю, как сейчас, но раньше, чтобы с банком наладить интернет-банк, вы у себя на компьютере генерировали два ключа, частный и публичный. И публичный ключ вы отсылали в банк. Таким образом, банк знал, что если он может расшифровать тем ключом ваше сообщение, то это именно вы его зашифровали, потому что именно у вас есть
Вот ваш этот частный ключ. Значит, все вот эти вот системы, они основаны на так называемых необратимых хэш-функциях. Некие функции, которые вы можете применить к набору данных, и они вам выдадут другой набор данных. Ну, вот здесь представлен пример. Во многих компьютерах на Linux есть такая хэш-функция MD5. Допустим, вы можете на вход функции MD5 подать строку Hello World. Она вам выдаст уникальную цифробуквенную строку, которая соответствует преобразованию вот этой строки Hello World. При этом вот это соотношение, оно будет абсолютно однозначным. Однако, имея вот эту цифробуквенную строку, подобрать тот кусочек текста, из которого она была получена, практически является нереальным. Возможно, с появлением квантовых компьютеров эта проблема будет решаться быстрее, именно поэтому во многом все ждут появления квантовых компьютеров, но с другой стороны это будет достаточно сильный удар по системам как раз асимметричного шифрования. Да, в системах асимметричного шифрования вы можете на своем веб-сайте вывесить, допустим, свой публичный ключ. Все могут его скачать, и дальше вы будете какие-то сообщения высылать, зашифрованные вашим, да, частным ключом, и все будут знать, что если они могут расшифровать его публичным, то это сделали именно вы. Никто другой не мог сделать такое сообщение, которое можно расшифровать вашим публичным ключом. Вот, конечно, область асимметричного криптошифрования – это такая рабочая лошадка современных систем шифрования в интернете. Так, теперь мы с вами поговорили про передачу информации. Теперь мы с вами поговорим про хранение информации. Ну, как можно хранить информацию? Можно хранить информацию на жестких дисках. Все мы об этом знаем. Можно хранить информацию вот на таких вот лентах, магнитных носителях. Когда эти используются, ленточные библиотеки, обычно, когда нужно сделать бэкап какой-то информации. Понятно, что количество магнитного материала в ленточной библиотеке, оно сильно больше, чем в диске. То есть вы можете достаточно большое количество информации записать. Однако есть важный минус. Если на жестком диске у вас бегают головки по магнитной поверхности, и вы можете достаточно быстро прочитать любой кусочек этого диска, то в ленточных библиотеках вам надо долго перематывать. Вот уже мы с вами видим, что методы хранения информации, они разделяются как минимум по двум параметрам. С одной стороны, это возможность хранить определенные объемы информации. С другой стороны, это скорость доступа к информации. И зачастую эти характеристики, они находятся в противофазе. Возможно, вы можете сделать большое хранилище, дешевое, но достать оттуда информацию будет занимать некоторое время. Либо вы можете сделать хранилище поменьше, но зато можно будет быстро оттуда достать информацию. Вот здесь примеры таких вот ленточных библиотек или даже дисковых библиотек. Если вам надо хранить большие объемы информации, вот такие ставят вертушки, да, по которым ездит робот. Он приблизительно знает, где, на каком диске какая информация у него хранится. И если кто-то обращается, то, значит, робот едет, достает какой-то диск и с него начинает считывать информацию. Вот есть даже такие вот передвижные дата-центры, в которых вводится много дисков. В каких случаях может потребоваться срочно передвижной дата-центр? Ну, допустим, пользователи в каком-то регионе страны или земли резко начали смотреть на YouTube какие-то записи, вот, или резко начали загружать много видео. Зачастую проще послать в
какую-то точку, такой мобильный дата-центр, чтобы он там на месте удовлетворял данные потребности. Потому что на самом деле каналы связи по сравнению с системами хранения данных, они в развитии отстают. Хранить мы можем на данный момент достаточно большие объемы. Да? Ну, представьте, там каждый диск, который может любой из вас купить, это уже там несколько терабайт. А чтобы эти несколько терабайт перекачать по интернету, это может занимать достаточно долго. Если у вас соединение 100 мегабит, а это всего лишь 10 мегабайт в секунду, то значит, чтобы гигабайт передать, вам нужно 100 секунд, ну, считайте 2 минуты. Если вы хотите терабайт, то это уже 200 минут, 10 терабайт – это уже 2000 минут, а 2000 минут – это у нас с вами получается, сколько, почти 30 часов, да, там больше суток. Объемы хранимой информации в мире, они растут очень быстро в цифровую эпоху. На данном графике представлен общий объем хранимой в мире информации. Зелененьким отмечено то, что хранится на аналоговых источниках, там библиотеки, кассеты, пластинки. Вот. А здесь то, что хранится на цифровых источниках. Как видите, резко увеличивается с там, начала 2000-х годов количество хранимой информации. Но считается, что на аналоговых носителях к 2007 году хранилось 19 экзобайт, а на цифровых уже 280. Сейчас уже, конечно, еще более разительная картина. Растут наши возможности по хранению информации. Пример, вот за 10 лет маленькая карточка, SD-карточка, да, 128 мегабайт стандарт был в 2005 году, 128 гигабайт в 2014. Теперь поговорим про большие данные в биомедицине. Все, наверное, слышали про такой термин «большие данные», особенно последние 5-10 лет его часто произносят. Как раз наши возможности по хранению, накоплению, передаче информации привели к тому, что необходимо учиться работать именно с большими данными. Хранить, передавать, обрабатывать. Значит, пример. Вот здесь прогноз к 2025 году сравниваются различные источники больших данных. Значит, астрономия. Да? Астрономия, в принципе, один из таких больших научных источников больших данных. Телескопы, они постоянно фотографируют космическое небо, и с них идет большой поток информации. Ну, вот здесь строчка acquisition, это именно то, сколько данных приходит. Где-то 25 зетабайт в год. Дальше понятно, что все данные хранить невозможно. И есть здесь строчка, которая отражает storage, хранение данных. Вот из этих данных где-то 1 экзобайт в год сохраняется. Давайте сравним это теперь с такими более близкими к экономике, к жизни платформами. Да? Twitter, YouTube. Вот здесь уже немножко по-другому. Здесь все, что мы получаем, его нужно и сохранять. Потребности Twitter или YouTube в хранилищах оцениваются от там, десятков петабайт до 1-2 экзобайт в год. Я напомню вам, что идет гигабайт, потом петабайт, потом экзобайт. Да, то есть это тысячи, получается у нас тысячи петабайт или миллионы терабайт.
да, миллионы терабайт. Представьте себе, что если там каждый диск это 1 терабайт, то речь идет о миллионах жестких дисков, которые нужно добавлять, закупать в год для хранения вот этой вот информации. Теперь обратимся к источникам больших данных в медицине, в биомедицине, в биологии. На данный момент, безусловно, это являются данные из области геномики. Acquisition, то есть количество данных, которые получаются на секвенаторах, вот оценивается зеттабайтами в год, зеттабазами, извиняюсь. База – это конкретный нуклеотид секвенированный. То есть зетта – это еще следующее после экза. Сохраняется от 2 до 40 экзобайт. То есть, смотрите, это даже больше, чем производит YouTube. Ну вот, это оценка тех больших данных, которые генерируются в области геномики. Естественно, есть интерес к тому, чтобы из этих больших данных извлекать какую-то интересную информацию. Если сейчас идут проекты по секвенированию миллионов людей в различных странах, есть интерес к тому, чтобы из этих больших данных извлекать какую-то осмысленную информацию, допустим, как связаны определенные вариации в геноме с определенными заболеваниями или фенотипическими проявлениями. Источники больших данных в биомедицине. Опять же, мы уже говорили про омиксные технологии. Это секвенирование генома, геномика, транскриптомика, но не только, в том числе и, допустим, протеомика, если мы с помощью масс-спектрометрии анализируем спектр различных белков живых организмов, метаболомика, если мы смотрим на различные метаболиты, изучение мозга, коннектом мозга, с вами говорили 100 миллиардов нейронов, 7 тысяч связей у каждого нейрона, действительно поистине проблема может решаться только с использованием больших данных. Медицинская информация, медицинские карты, да, различные изображения. В структурной биологии тоже сейчас метаэлектронной микроскопии, к примеру, там генерируются десятки терабайт картинок, из которых потом нужно извлекать информацию о структуре. Данные секвенирования, пример различных проектов. Да, вот мы с вами знаем, геном человека это 3 миллиарда нуклеотидов. То есть если без сжатия, то это 3, около 3 гигабайт. Однако, когда мы с вами проводим секвенирование, обычно мы делаем многократное покрытие. То есть многократно стараемся, чтобы каждый участок генома был секвенирован в случае клинически релевантных задач не менее 100 раз. Почему не менее 100 раз? Потому что необходимо быть уверенным, что мы правильно прочитали секвенс данного конкретного локуса. Всегда есть какая-то вероятность ошибки секвенирования. И если эта вероятность ошибки даже небольшая, но количество пар, да, которые мы секвенируем, это 3 миллиарда, даже если у вас вероятность 1%, это значит, что на 3 миллиарда вы получите, соответственно, 30 миллионов ошибок, а это недопустимо. У нас сами люди друг от друга отличаются меньше, поэтому секвенируют многократно для того, чтобы эти ошибки вычистить. То есть уже вот с секвенатора, если вы секвенировали одного человека, сырых данных 300 гигабайт. Вот. Сейчас идут проекты по секвенированию миллионов людей. Ну, считайте, сколько там нужно сырых мощностей по хранению. Если это миллион человек, то это у нас мы делаем 300 гига, 300 пета, 300 экзобайт.
К примеру, есть проекты по секвенированию не людей, а различных раковых опухолей. Да, 25 тысяч образцов опухолей на данный момент секвенировано в международном консорциуме раковых геномов. Всю эту информацию надо где-то хранить. Не только хранить, а еще передавать, распространять, так чтобы там были метаданные. Понятно, откуда эта информация взялась, произошла, как она обрабатывалась. Все это достаточно важные задачи в области управления большими данными в биологии. Централизованные репозитории омиксных данных существуют, в частности, Национальный центр биотехнологической информации в Америке, Европейский биоинформатический институт в Англии. Есть Пекинский институт геномики в Китае. Можете смотреть, как растет количество информации, которая хранится в этих организациях. Ну вот здесь речь идет о, если данные секвенирования, данные микрочипов, данные масс-спека, ну, секвенсов больше всего. Здесь у нас речь идет о, давайте проведем порядка 10 в 15 байт, а 10 в 15 это у нас речь идет уже как раз о приближается к экзобайтам, да, 10 в 9, еще повторюсь, это гига, 10 в 12 тера, 10 в 15 пета. Значит, 10-18 экза. Ну, речь идет там о десятках петабайт точной информации. Это информация, которая хранится публично, которую можно скачать и проанализировать. Говорил я про секвенирование геномов в большом количестве. Вот, уже даже Саудовская Аравия, смотрите, ставит свою целью отсеквенировать за 5 лет 100 тысяч своих жителей. В Китае есть проекты по секвенированию миллионов жителей. Отдельные компании фармакологические, вроде AstraZeneca, да, запускают проект по секвенированию 2 миллионов геномов. Есть и задачи, вот, как я говорил, такие они связанные с хранением больших данных в различных экспериментальных методах структурной биологии. Допустим, к примеру, сейчас под Гамбургом, тоже с участием нашей страны, построен так называемый лазер на свободных электронах. Это мощный источник рентгеновского излучения, который генерирует 27 тысяч импульсов рентгеновского излучения в секунду. Вот, и впрыскивается образец, и 27 тысяч раз в секунду вы получаете картинки дифракционные, которые нужно обрабатывать, хранить. Значит, даже если каждая картинка у вас по мегабайту, то это уже 27, получается, гигабайт в секунду вы получаете. С этими данными нужно каким-то образом их на лету фильтровать, часть из них сохранять, дальше обрабатывать. Ну, естественно, вот важным становится вопрос передачи больших данных. Да, сети интернета, да, обычно не всегда справляются с возможностями передачи данных. Есть различные проекты, где строятся вот выделенные научно-образовательные сети, допустим, там Интернет-2, который связывает различные научные центры в мире с пропускной способностью 100 гигабит в секунду. Есть различные интересные программные решения по передаче больших данных, которые оптимизируют передачу данных по существующим интернет-каналам. К ним относятся технологии Аспера, Глобус. Оказывается, что из существующих интернет-сетей можно выжать, с одной стороны, большую пропускную способность, с другой стороны, большую надежность.
с помощью этих технологий. Да, потому что если вы начали качать какой-то большой файл, у вас соединение прервалось, вам надо понять, как правильно его продолжить закачивать. Последнее, про что мы сегодня поговорим, это базы данных. Да. Хранить информацию можно по-разному. Можно ее просто хранить в виде набора файлов, но важно не только хранить информацию, а важно уметь быстро получать доступ к нужным участкам информации и уметь, скажем так, на лету ее анализировать, комбинировать. Вот системы управления базами данных – это те, ну, скажем так, программные продукты, которые как раз решают эти задачи. Вот в качестве примера компания Oracle, ее основатель Ларри Эллисон, богатый человек, миллиардер, который как раз сделал состояние и сделал компанию именно на решении вот этих вот задач по созданию баз данных. Базы данных в экономике нужны везде. Банк – это, по сути, база данных. Да? Любая компания, у нее нужны базы данных сотрудников, базы данных производимых там деталей, продукции и так далее. Причем во многих областях очень есть серьезные запросы к тому, чтобы эти базы данных работали надежно и чтобы они могли пополняться данными в реальном времени. Какие бывают типы баз данных? Ну, одна из типов баз данных – это реляционная база данных. Реляционную базу данных проще себе всего представить концептуально как набор таблиц. Значит, у вас есть несколько таблиц, в которых вы представляете свою информацию, к примеру. Вот у вас есть клиенты, есть товар, есть заказ, который эти клиенты делали. Суть реляционных баз данных в том, что эти таблицы у вас связаны. Вы можете в каждой таблице проставить некую колонку, которую вы назовете уникальным ключом данной конкретной строчки. Допустим, Иванов Иван Петрович, номер 15. И тогда в таблице «Заказ» вам уже надо будет для характеристики клиента указать всего лишь вот идентификатор этой строчки в другой таблице. Вот что из себя представляет реляционные базы данных. Это целый большой мир, там много и теоретических, и практических разработок. Каким образом сделать, чтобы эти базы данных работали, чтобы сохранялась целостность данных. Да, если, допустим, у вас есть банковский счет, и вдруг по нему проводится несколько операций в разных концах земного шара. Одна компания решила у вас деньги, другая снять. Как добиться того, чтобы у вас все транзакции, они были надежные, изолированные. Вот, чтобы в конечном итоге, допустим, с банковского счета не списалось больше денег, чем у вас есть. Ну, это как пример. Есть и другие базы данных. Да, есть так называемые графовые базы данных. Они хранят данные в виде некой такой схемы. Да, граф – это иерархия. Допустим, там есть вот пример какой-нибудь, утверждение хранятся там. Субъект, предикат, объект. К примеру, этот белок относится к классу мембранных белков. Вот разные биологические базы данных уже тоже пытаются переходить вот на такое графовое представление. Удобство его заключается в том, что к нему можно делать достаточно интересные запросы. Допустим, попросить ту же базу данных UniProt выдать список всех белков, в которых содержатся какие-то варианты белков, которые приводят, к примеру, к каким-то заболеваниям. Вот такие языки запроса к базам данных – это тоже достаточно важный технический аспект работы с базами данных. Ну, наконец, есть базы данных, которые хранят
в которых хранение информации больше похоже на хранение в виде словаря. Что такое словарь? Словарь — это когда у вас вот здесь в формате JSON популярным сейчас он представлен. У вас есть некий объект, и у вас есть некие у него параметры и значения. Допустим, там имя Джон, фамилия Смит. Вот, потом адрес. И адрес — это тоже является еще одним дополнительным словарем. Да, вот такая иерархическая система хранения информации. Можно вот в таком виде хранить информацию. Вот. Ну, все это больше, скорее, просто примеры, чтобы дать вам какое-то, может быть, интуитивное ощущение разнообразию данной темы. Вот на этом все. Спасибо за внимание. Мы с вами встретимся через неделю на третью лекцию. Мы будем говорить уже исключительно о биологических базах данных, об их разнообразии. Вот, поговорим о базах данных статей, последовательности ДНК, белков, 3D-структур, геномов и так далее. Все, всем спасибо. Жду всех через неделю.